В Магадане прошла пресс-конференция с представителями Тутуру. Компания выступила организатором конкурса на самый необычный народный арт-объект в России. Проходило состязание в онлайн-формате. Магаданская скульптура «Время», в народе «Мамонт», выиграла, набрав более 12 тысяч голосов. Это тот случай, когда действительно вся Россия проголосовала, и регион, с другой стороны, действительно все вместе собрались, поддержали и заслуженно победили. И сегодня мы хотели бы вас поздравить. В команде Тутуру были представители путешествий, журналисты, блогеры. Организаторы конкурса лично поблагодарили автора скульптуры «Время» Юрия Руденко. Скульптор рассказал, что ему было приятно пообщаться со столь умными и дружелюбными людьми. Сейчас Юрий Руденко работает над новым проектом, но подробности остаются в секрете. Я постоянно над чем-нибудь работаю. Вот. Ну, пока я не закончил, не буду выдавать. Вот они вот сняли, так сказать, в той стадии, в которой сейчас существуют творческие вот мои задумки воплощенные. Вот. Но еще они не до конца. Я лучше не буду говорить, о чем идет речь. Это когда будет готово, тогда... Ну, будет также украшать город, да? Естественно, конечно, да. Юрию Руденко вручили главный приз – светильник в виде мамонта. Мэру города и магаданцам гости вручили футболки с изображением скульптуры «Время». В конкурсе «Туту Арт» поучаствовало 85 арт-объектов страны.